Добрый день! И сейчас мы настроим сервис геймификации BHU для небольшой компании, например, в которой работают программисты. Для начала нам нужно зарегистрироваться на нашем портале, на портале сервиса. Вводим свои данные, вводим пароль, вводим название компании, Blunet. Corp 2. Выбираем сферу. И учетная запись создалась. Теперь мы заходим под своим логином, паролем. Можем, например, загрузить логотипчик для красоты. Ну, потом ввести всю информацию о компании. И начинаем заполнять качество. Качество – это то, за что должны хвалить коллеги своего сотрудника. То есть, какие качества он проявил, сделав то или иное действие. Ну, например, самостоятельный. Но эти качества, конечно, должны быть релевантны тому, что вы хотите развить в своих сотрудниках. Лояльный, исполнительный. Пунктуальный, думаю, это для всех актуально, ответственный и так далее. Значит, дальше нам нужно забить действия, которые смогут чекинить сотрудники. Ну, например, мы хотим, чтобы они читали там книги. Прочитал книгу по работе. Мы разработали небольшую схему геймификации для нашей компании. Ну, например, мы хотим, чтобы сотрудники там учили новичков. Это очень важно, кстати, передача опыта. Придумал новые фичи к продукту, например. Например, получил диплом, то есть сертифицируется, ходит на курсы и так далее. Забили несколько действий, которые будут чекинить наши сотрудники. И теперь забиваем роль. Значит, ролей может быть много в компании, программист. И связываем роли с качествами и с действиями. Теперь мы можем забить какой-нибудь бейдж. Выбираем какую-нибудь картинку из предустановленных или загружаем свою, например, вот такую корону. Ну и, допустим, мы хотим, например, у нас будет первооткрыватель, название бейджа. И мы указываем, при наборе каких качеств сотрудник получит данный бейдж. Все, бейдж создан. И теперь осталось только пригласить наших сотрудников. Можно импортировать из Excel файла, да, и скачать шаблон. А можно пригласить их по e-mail. Например, asd@test.ru. Департамент программисты, роль программист. Добавить. Пользователь добавлен. И теперь нужно выбрать этого пользователя и сделать, отправить e-mail приглашение. Все, пользователю отправлено приглашение, в котором он получит логин, пароль, ссылки на скачивание мобильных версий в App Store, в Google Play, и также будет у него доступ через десктоп-версию. И что будет в мобильной версии, я вам покажу в следующем видео. Смотрите, пожалуйста, следующее видео. Всем хорошего дня!